Ни кола, ни двора. Пожилая чета Мухаметшиных, которую из дома выгнала родная дочь, так и не смогла въехать в собственное жилье. Эта история длится уже 1,5 года. Суд вынес решение в пользу пожилой пары. Уже сегодня они должны были заселиться в законные квадратные метры. Однако на пороге дома их ожидал неприятный сюрприз. Амина Смакова с подробностями. Прошедшее накануне судебное разбирательство приняло решение в пользу Фираи и Наиля Мухаметшиных. Сегодня судоисполнители приехали, чтобы произвести выселение дочери Венеры Мухаметшиной. Однако та дверь ни в какую не открывает. Пенсионеры уже больше года кочуют по съемным квартирам, пока их родная дочь устраивает свою личную жизнь в их собственном доме. Правда, сегодня для Наиля и Фираи Мухаметшиных поистине святой день. Пожилые люди считают минуты, когда смогут селиться в законные квадратные метры. Суд решение вынес в нашу пользу. Дом мой, земля моя, все. Ну вот мы сейчас на вот данный момент приехали вселяться. Фирая Мухаметшина еле стоит на ногах. За 1,5 года скитаний, ссор и судебных разбирательств пожилая женщина подрывала свое здоровье. Сейчас у пенсионерки серьезные проблемы с сердцем. Простите, я ее так прошу, вот ничего не желаю плохое, но жить в данный момент точно я не могу с ней жить. Я ее вообще боюсь сейчас. Мы вырастили ее, она выучилась. Адвокат потерпевших считает, что проблему можно было решить и мирным путем. Но учитывая, что дочь Мухаметшиных упорно не хотела идти на переговоры, пришлось обращаться в суд. Венера на никакие уступки не пошла. Поэтому мы сделали все это в рамках закона, соблюдая все законодательные нормы. Пока родная мать держит обиду на дочь, Венеру Мухаметшину защищает ее неофициальная свекровь. Пожилая женщина, несмотря на преклонный возраст, стала осыпать ругательствами своих несостоявшихся сватов. Зачем вы уехали? Зачем из дома ушли? Что, она алкашка? Или пьяная? Или она чистоплотная? Она онкология работает. Какие больными работает она, а? Спросите ее дети, больными людьми. Как она, уважительная женщина или нет? Сама Венера Мухаметшина от комментариев отказалась и даже оказала сопротивление пришедшим стражам порядка и судебным исполнителям. Оказалось, что дочь потерпевших уже успела подать кассационную жалобу в областной суд, потому выселение откладывается. На сегодняшний исполнительские действия приостанавливаются, но после рассмотрения кассационной жалобы, если оставят без удовлетворения, то исполнительские действия производятся в полном объеме, то есть гражданка Мухаметшина со всеми членами ее семьи будут выселены из данной квартиры. Радость пожилых людей мгновенно улетучилась. Супругам снова придется скитаться по чужим углам. Служители Фемиды в течение месяца будут рассматривать кассационную жалобу. Корреспонденты Первого Карагандинского будут следить за ходом событий. Амина Смакова, Жаслан Амандыков, Марат Култенов, Первый Карагандинский.